О, знаете сейчас, что я сделаю? Я артиста перетащу. Так, Финн и... Со мной. Skills. Girl. Где-то зарезали. Кто-то не офнулся. Микрофон. Ну все, тут мета-инфа, тогда я так понимаю. Кира. А, ну Кир получился. Так тебе за это. Кир, сейчас можно замутаться сказать что-нибудь. Жалко его второго трейдера. Скирус, тебе пили за него? Мне еще и медик щит дал. Мне еще и медик щит дал, за что? Так, а кто мог быть медиком? Ой. А походу вот и второй тим. Ну я щит дала, и чё? Ну давай проверим, давай проверим. Я глич. Врет. Действительно врет. Блин, щит спал. А, он себя поставил, он этот, Джестер, не голосуйте у него. Кто поставил себя? Ну Финн не голосовал у него. Он куда-то поставил. Да, кстати. Либо Джестер, либо импостер, либо не знаю кто. Куда ты, Финн, проголосовал? Понятненько. Ой. Ой. Артист, как же так? Случайно. В смысле? Ну, в меня не было голоса сейчас. И чё? А. Маша Хелгерл в этим ушла вигилантом. Skills. Там Skills или Рон. Проверим. Хотя когда много. Лерон, Бистик, Флэджи, Кей, кто-то из вас, Лера, да? Мне кажется, Лерон. Да, Лера. Я видел, я специально смотрел, как она забежала, это Лера. Да, Лера убила. Окей. Сверху прибежала, справа убила ее, пока осталась. Ясненько, Лерончик, ага. Я зашла и начала чинить коммуникацию. Я по камерам видел. Зашла, ёбнула и стала. Что ты по камерам видел? Так труп у нас... Ты убила скилза. Ладно, мы не сошем вино. Подождите. Связь была сломана, он видел, да? Вопрос остается открытым. Финн, ты куда голосовал тогда? Ты скипнул прошлый раз? Да. Джестер, а Лерон трейтер. Кикните Лерон на лицо. Поэтому я на Джестере вывожу Лерон, да? Да я не знаю, это похуй. Я знаю, что Лерон трейтер, остальное вообще похуй. Я Леру поддержал, Финна поставил. Офига там голосов. А ты понял, да, теперь, почему у меня голос стоял? Артист. Я понял. Да. Я копил голоса. Как можно было так обосраться, я не понимаю. Куда тебе? Подожди, застарывай. Финн, а чтобы копить, нужно в себя ставить? Не, абстейн нажимает. Я в тебе абстейн. Нужно абстейн, да. Гвардиан. Энджел. Инженер. Так, сделаю. На всякий случай, чтобы Финн жил. Что около связи лежит. А Флэк, ты с кем бежал? Я не знаю, я не видел. Дед. А ты деда видела? Дед был, да. Я видела никого, потому что света не было. Подожди, а ты откуда знаешь? Я сейчас на починке света. А дед был в самом начале, сразу туда артист, пошел. Артист. А я сразу туда побежал. Я же сказал. Я подумал, потом... что как всегда сейчас будет эта хуйня. Да, потом я так не поняла. Да, не было этой хуйни, я просто побежал наверх и все. Артист, слышишь, откуда ты знаешь? Я просто видел, когда свет вырубался, что Лерон на спидах побежала на правую часть, а как ты увидел? Я в оружейку вверх поднимался, перед тобой кто-то бежал, и ты забегал со столовой стороны оружейки. Это, да. Ну вот. В общем, я там с кем-то пересекся. Я там я с кем-то пересекся, могу окраснить этого игрока. Я забыл. Я окрасняю Юлю. Спасибо. Я никого не окрасняю. А кто бы в итоге бежал? Дина чинила свет вроде бы единственное, нет? Или с кем-то я стояла? Я на свету была. Подожди, а мы разве не вдвоем пришли, там было пусто, нет? Куда, на свет? Да, да, я никого не увидел. Ну, я прям уже зашла в панельку, там последняя кнопка оставалась средняя, и один успела миллиметровую. Кстати, это правда средняя. Да кто со мной пересекся, ну? Так, а ты скажи, а, где? А еще что тебе сказать? Ладно, Дина, Юля, Мия. Так, а что ты спрашиваешь тогда такие глупые вопросы? Я понял тебя. Так, просто тишина. Где ссора? Да, да, да. Не понимаю. Это Монг или ничего, что? Ничего не понятно пока что. Он Флэка кто-то облегался. Наташа, Вадя, Рома, нет. Сразу я сам себя. Вчера вообще был пиздец у нас. Да, вчера был просто ёбка. У нас скат расформируется просто после этого. Ската. А Камбала расформируется? Дин, забудь, не позорь. Я здесь он понял. Он понял. Ну,
как будто Хеллгерл это сделала, я не нет, знаю. Нет, 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 ребята, это артист был, это артист был. А почему мне показалось, что дед? Мне показалось, я ремонтирую. Мне кнопка взять пожилой ремонтник, блядь. Я видел, что он на починке, но он у меня через дверь как будто прошел. Его либо в инвизе убили, либо отравили, потому что он просто упал. Я бы начал возвращаться вниз, ну, обратно, потому что один человек побежал вниз на, этот, скажите, на выкинуть мусор, оттуда Юля шла. Да, я вниз отошла и поднялась потом. Я начал переживать, что как будто пропускают, чтобы сзади за спиной убить. Я начал возвращаться, но он просто напополам разрезался. Поэтому либо в инвизе, либо показалось... Да, я видела, и мне показалось, что вот именно Хеллгерл сквозь него проходила. Нет, нет, я назад упала, тоже вернулась, потому что увидела труп, и я думала, что это артист. Раунду, у меня все равно что, Лера на карандаше и дед. Я был амнезиак. Юля, расскажи, что ты меня видела. Ты меня я видела, я пошел починить. Я за починки, это факт. Лера, ты где? Алло. Лера, она в метеориты зашла. Я наверх направо уходила, она да, метеориты я зашла, я увидел. А кто никого не видел этот раунд? Вот это инвизер мог бы быть. Подожди, Фина, ты где? Я не знаю, я как будто видел то, что дед, блядь, в инвизе. Я спустился из столовки в админку. Да не, без рофла. Ты у меня исчез, блядь, передо мной, блядь. Ты у меня тоже так же исчез, братан, вчера. Я могу сказать то, что это точно не флэк еще. Ну, я Фина видел, да, плюс-минус он тоже очень не мог сделать. А где еще раз труп, скажите, пожалуйста. Флэк мирный до конца игры. На выходе с хранилища в сторону связи, типа, вот во вход в коридор. Запомните про Фина то же самое, пожалуйста. Я больше туда в жизни не пойду, блядь, блядская дорога. Он сказал, спустился. Я спустился из столовки в админку. Флэк мирный до конца игры. Как же с Фином? Вы, может, пососетесь еще? Ну, можно. Снимите номер, ребята. Только глаза закройте у нас. Что? Нормально, нормально. Что? Я не поняла просто, что за... Что за... Скилс, а что ты им не говоришь, чтобы они постыдились? Да нет, туда. Только Фин видит звездочку и я. Так, протект на всякий. О, вовремя протект. Вот это Фин. Вот это Фин. Вот это Фин. Это Фин? Это Фин. Да. Блядь, дед, что ты чинишь полчаса? Я не могу попасть в эту ебаную хуйню, блядь! Плюс, плюс, плюс. Фонариком кто-то хуёво светит, блядь. Стой, а когда я пришла, кто уже был на починке? Я и дед, но я вторая подошла. Мне кажется, даже это я починила, блядь, а не он. Мне кажется, я как-то крутила там. Если чё, если чё, Скилза снова убили. Либо в инвизе, либо его отравили. Так, ребята, бедный Скилз умер в столовке на кнопочке, прям буквально. Он, видимо, убегал от своего убийцы. Кто где? Помимо настроения. Хуй знает вообще. Кто еще в связи? Подожди секунду. Фина, секунду. Фина, ты откуда пришел? Да забей, Фина, забей. Фин замолчит, блядь. Фин хороший. Но это твоя информация, а я с другой стороны хочу у него узнать. Это железная информация. Да блин, просто два трейдера могут говорить. Я стоял в админке очень долго у кнопки, когда был саботаж, и со мной бегало еще два чувака в камуфляже очень долго. Потом мы спустились в визи, и там тоже очень долго бегали. Лерон сразу ушла налево, единственное. Со столовой. Вы путь еще далее. Меня закрыли в этом. После столовой я сделала проводки перед хранилищем, закрылись хранилищем, я тэпнула в само хранилище. Я видела это в флэкджике, наполнила эту канистру, побежала, потом зашла в электрику, сделала там два задания, после повернула батарейку в нижнем реакторе, наполнила ее в верхнем реакторе. Не пиздит, не пиздит. По факту. Я видел, как она заливала бензин налево пошла. Я уже утомилась от этого рассказа. Я все рассказала. Ну, есть подозрение небольшое на артиста. Небольшое. Куда-то. Набоевал. Она всегда, когда трейдер в меня вкидывает, блядь, вот так. Я спросила, потому что ты молчала. Что? Боевал, кикайте. Нет, она мирная. Мы вместе были. Нет. Она мне помогала. Она держала мышку. Мышку со мной вместе. Да блядь! Так, ну это хуйня кто может страдать? Прикиньте, Дина и Юля. Impostors. Не могу дать. Это Юля, да? Это Юля. Ну, блядь, Дина убила это... и пошла вниз. Это скорее всего. Не-не-не, подожди, он лопнул. Он не лопнул. Лопнул у меня на глаза. Он лопнул, это точно. Он не лопнул, ты только что подштепнулась на труп и вниз начал отбегать. Ты прикалываешься? Ну, если бы я... Блин, ну, мне так показалось. Я боюсь агрессатуры в свою сторону. Я не тэпалась никуда. Я бежала сверху вниз, и я пробегала мимо, и он лопнул. Я никуда не тэпалась. Он с тобой шел, он начал... Я вниз побежал потом. Да, он с тобой шел, после чего он развернулся, начал идти за мной в админку. Я этот, мне показалось. Нет. Показалось, подожди, круг, артист, я вернулся, артист, Дина... то есть мы знаем, что у нас есть свупер в катке, и при этом ты говоришь, что я у тебя на глазах убила Фенаргота? Да, может быть, у нас есть поздний, откуда я знаю? А у тебя... Так, где вы делали в артиста? Я у тебя на глазах убила Фенаргота? Короче, я не тэпалась на труп, я не знаю, почему артист, видя, что Фенаргот просто лопнул... Хорошо, почему ты не зарепортила? Ты отбегала от трупа, почему ты не зарепортила? В смысле, я пошла смотреть, что, кто рядом находится. Куда ты пошла? Вниз? В сторону связи? По сторонам посмотреть. Ну, вы слышите это? Но это отмазки трейдера. Я тебе правду говорю. Не знаю. Смотри, артист, на тебя уже были подозрения.
подозрения, на меня нет, нет, и ты на меня сейчас накидываешь. Не, у меня есть подозрение на артиста, и сейчас на Дина, я не знаю, между кого у тебя. Короче, смотрите, как это может быть. Смотрите, у нас либо Свупер, либо Пойзнер, артист мог его отравить, и сейчас он просто гонит на меня, потому что я была рядом. Это звучит логично, у тебя уже были накопленные подозрения, я сейчас иду в артиста. Не надо меня... Не, ну артист по позапрошлому раунду, он мирный, так что он не может... Я не знаю. А зачем? Подожди, зачем? Кто артиста? Кто? Не, Юля со мной была, нормально все. А кто обеляет артиста? Я только Юлю. Я. Там были я, артист и Финаргот. И Финаргот взорвался. За прошлому раунду он мирный. Да вы, давайте мы не будем смотреть на то, что у нас нету в одном раунде. Подожди, Юль, ты веришь, что я у него на глазах убила Финаргота? Да, все, так потому что так и сделала. Зачем? Так отравление, сколько оно там, 10 секунд действует? 5. Или кто-то. Ну слушай, по эмоциям Дина, она не говорит, что она мирно ушла. Она бы не говорила, что она мирно ушла. Она сказала бы. Ну короче, она по эмоционалу сейчас, как она вылетала, она ну не как мирная, короче, улетела нихуя. Ну-ка, с трупом надо. Да ну нахуй, дед ебаный, блядь, дед. Смотри, блядь. Фу, блядь, я так долго ничего не говори, я доделала все задания, я с ней сейчас скажу, кто. Скажи. Дед, Идина была, дед и Дина, все. Я хотела сказать про деда. Артист, я не тэплась, на какой труп? Что за бред? Ну что за бред? Ну зачем я буду тебя на глазах убивать, чтобы что? Ну откуда я тебя увидел тогда, скажи? Я там была, он взорвался. Я в начале игры сказал, что дед передо мной ушел. Мы Свупер и Пойзнер, ну какой тэп? У Свупера и Пойзнера нет никаких тэпов. Я сейчас первый раз ушел в инвиз, первый раз. Нет, браток, я вообще не нажимал эту хуйню. Мне чат говорит, ты долбоёб. Сука, сука, я в следующий раз специально при тебе убью, и теперь поверят мне, понял? Хорошо, давай, хорошо. Давай. Я вообще честно, я не понимаю, почему вы поверили. Ну, типа, что за бред убивать при другом человеке, чтобы что? Не, я скипнула, потому что мне нужно было одно задание доделать, я прям... Дин, конечно, она убила при артисте, что мы её кикнули на голосование? Убила, но по эмоционалу... Да, эмоционал. Эмоционал очень сильно, типа. Я думал между артистом и тобой, а потом по эмоционалу уже сравнил и в тебя приглашал. А какой у меня должен был быть эмоционал? Ну, просто ты когда мирно улетаешь, у тебя более такая, типа, взбудораженная, короче, эмоция. Тут ты спокойно улетела. Да, ты тут спокойно, типа, улетела. Ну да, типа, у тебя уже трекером, и я трекер такая стою, думаю, чё? Короче, ты для импостера улетела спокойно, типа, как мирный, который притворялся мирно. Как раз таки нет, Джонни, когда меня кикают за импостера, и я этого не делала, у меня сгорает жопа. Ну, понимаешь, это имхо, это имхо. Когда меня кикают за импостера, я не делала, у меня сгорает жопа, они говорят, не, ну по эмоционалу, конечно, она импостер улетела. Ну это же, это имхо, это имхо же. Когда я улетаю мирный, это же все субъективно, типа, тут у каждого свое отношение на тот или определенный мув. Тут нету стопроцентного типа доказательства. Так, где ты, Юля? What's my name? Da-da. Name? Пистикс. Так, Нина ёбнула, боёвал. Давай, уехала. Улетела, вороночка. Во. Давай, так, смотрите. Это не я, во-первых, потому что он пиздит, а во-вторых, мне курьер, сейчас приду. О, нормально. Сейчас она сейчас лицо поможет, чтобы успокоиться, потому что дед, блядь, все видел. Смотрите, рассказываю всю информацию, как было. И пробегает Финн, я ему лапу жму, он говорит, здорово, брат, здорово. Дальше летит сова, и я такой, типа, окей, свет вырубается, и у меня блядь. Я возвращаюсь назад, все, я чуть не этот, не пиздану. А мне кажется, это был артист. Короче, я не была. Я последний раз видел Финаргота в столовке, и он бежал за мной, а я побежала в сторону камеры. И... Ну да, сейчас... он впереди тебя был, родная, он впереди тебя, а ты его закунялила, слышишь? Нет, он ночное сзади зрение. Был. Нет, у тебя ночное зрение, глаза он большие, сзади был. Он в столовой остался или на проводах, или задание делал, но я убежала вперед, ты побежал за мной якобы, но возможно ты остался на Финарготе. Короче, нет. Я предлагаю Юлю карандашиком, но... На момент репорта, я нахожусь на нижнем реакторе. На момент репорта я на нижнем реакторе. Пару игр назад дед также на кого-то пиздел, когда меня убили, а в итоге это был не тот. Да, да, я по этому карандашкам и скипнул. Охуенно, бля, охуенно, я буду молчать, блядь. Не-не-не, понимаешь? Наконец-то! Не-не, дед, просто тут нету, понимаешь, железобетона нету. Тут свет офнулся, это раз. Во-вторых, может быть, морфлинг, либо ты можешь быть экзюканером. Короче, много вариантов, поэтому легче сейчас карандашками обвести и скипнуть. Я не когда он меня сказал. Конечно. Не, ну вообще это поёвал, да. Просто, понимаешь, один килл карандашком и все, так будет более безопасно. Я сейчас с ней бегаю, смотрите, она вылетает, нихуя. Я запомнил, что вы вдвоем. Эмоционал трейтер, да нет? Да.
У меня есть подозрение, но я карандашка, потому что один килл. На этот раунд могу точно Дино краснить, это было не... Ну, два трейтера, скорее всего, поставили, не знаю. А меня нахуя-то, ёбан? Какие два трейтера? Я, блядь, один. А, ну... Я тебя проверю в следующую игру, я тебя на... Да, ебаш. Я проверю, проверю сейчас. Все. Бать спидран по заданиям. Юля артист. Пистикс Юля. Так, артиста охуеть. Захуярили связь с правой стороны, кто-то винтанулся, кто-то ушел в винты, я это видел. С правой стороны под навигацией, вот. Так, между связью и навигацией. Сейчас там, со мной вроде Бистикс и Скиллз, да, стоят по центру? Если честно, я думал, что я еще умер в первом раунде, блядь, а это был просто блэкмейлер. Это пиздец. Блядь. Да, блядь, что за хуйня? Кто был рядом, возможно, помнишь? А, ты думал, что я умер, поэтому молчал? Блять. Легенда. Боже, кожа убоёбок вам закинула катку, это пиздец, нахуй. Там, наверное, передо мной ходит, убивает всех, нахуй, просто режет, блядь. Не, Юля на кнопке сейчас была, и она не могла бы тогда успеть это сделать. Нет, это, короче, это винты с админки, скорее всего. Труп внизу, между навигацией. Юля вроде справа прибежала, когда я к ней подбежал. Пиу-пиу. Как они, блядь? Короче, не глушите меня. Между навигацией и, блядь, этим связью. Ну, снизу, да, Юля вроде не была в правой части, потому что на электричестве мы с Бистиксом пришли. Щиты, мне говорят, это щиты. Пришла. Место щиты. Сейчас? Я когда прибежал в кафе, она прибежала с правой части. Чат? А, то есть ты в чат смотришь, да? Нет, щиты, блядь. Они не пишут, кто что. У меня модеры банят сразу. Короче, Бистикс, смотри, просто когда мы с тобой пошли, они все вместе толпой шли, она с артистом была наверх. Если что... А. Что? Что? Кто? Ты мертв, Бистикс. Я? Бистикс. Ой. Бистикс мертв. Ну, в тайминг просто Бистикс. А может, она промазала? Я не знаю. Она? Или... Хеллгерл, которая умерла только что. А кто у нас хост, Киногод? Да. Он же видит мертвых. Ну, он поэтому и сказал, что Бистикс мертв. Или что-то такое, типа, и нажали кнопку репорт. Непонятно как-то максимально. Блять, реально мертв. Как так? Да это Скиллз убил? Подожди, блять, я... Я забыл, нахуй. Забыл, что ты не замутился. Замутся. Блять, сука, реально забыл. Реально забыл, нахуй, блядь. А меня было убило. Кто умер? А как я умер? У меня даже ни анимации, ничего не было. А я тебя отравила, и на момент репорта у тебя яд сработал. Возможно, да, возможно. Все-таки Байовал была, да? Да. Я ж тебе говорю, я ж тебя видел. А вы еще, смотрите, вы еще говорите, почему ты репортишь? Потому что я Мистикс, бля, бегаю по этой хуйне, который мне показывает, где трупы. Мистикс. Нихуя. Мистерио, нахуй. Там дед. Ой. Ну, я боюсь что-то. Говорите, она сейчас на меня опять будет кричать. Ладно, не будет, потому что ее убили. Лерон, не Хелгерл. Это морф, да? И не я. Первый дед, блядь. Первый дед, а второй кто-то переоделся. Вы что, ебанулись? Я ремонтирую эту хуйню. Передо мной Скиллзор просто пробегает труп. Я такой, что, блядь? Ну, короче, а что я? Я ремонтировал эту хуйню. Не-не-не, поэмоционался. Да, я смотрите, ситуэйшн. Там, типа, труп Фина падает, и, типа, кто-то бегает. Я начал бегать, это дед. Отхожу дальше, Дина убивает кого-то, и прыгает Люка. Оказывается, вот Дина. А может, она хотела воскресить, а зарепортили? Она убила, но воскресили кто-то. Короче, Морф, все, Морф. Себя? Нет, Флорф. Зачем ты в Дину превратился, скажи? А, глич. Понял, я пытался. Ну, можем объясниться, кто не глич сразу, кто был на связи. Короче, я был на связи, блядь, я ремонтировал единственный. Я что, долбоёб это делать или что? А кто-то видел, что дед ремонтировал? Да, я видел. Он самый, он до саботажа стоял, он там до саботажа. Я самый первый, блядь, туда бегу. Он префайром, он префайром пришел. Всё, окей, верю. Ну, блядь, он всегда там резается. Если глич реально, то возможно, ну так это либо флэк, либо нет, флэк, нет, не глич. Я... Скажите, кто у вас был на связи? Я не скажу. Я, ты, дед. Что я был? Что? Я не был на связи, ты придумал. А где ты был, Бистикс? Хорошо. Смысле, а я был справа сверху, где была Хеллгерл и Лерон. Лерон справа, где ракету выполнять, вот эту проводить дело задания, Хеллгерл слева, где мусор выкидывать. Я между ними в коридоре был. У кого-то задания ломались? Где была? Подождите секунду. Я в админку пошла.
пришла сейчас чекать, если там труп, потому что там обычно всегда, когда связь ломают, трупы. Плакат сладку. Короче, нет, мор, блядь, я! Шучу. А я не шучу, мне похуй. Ты проголосовал? А, я бистик с флека поставили сейчас. Да. Сейчас с собой, короче, ёбну. Ну вот, дед, ты видел? Ага, я видел дед. Только то, что... Ага. Там два меня было, дед. Да. Флэк сейчас из электричества выбежал. Ну, короче, смотри, второй я убивает артиста, приходит дед. Подожди. Ты видел? Где? В электричестве. Я не видел, нет, не пизди! Да ты что, если ты на свет пришел, блядь, не пизди, блядь, я пришел, нахуй, ты один стоишь и труп, и ты... Это второй я! Я ниже стою, дед! Как ты... Не, пизди! Нет! В конце, где был флэг? Вот прям перед загоранием вот этой... Блядь, дед, два меня было! Он был ниже, он был не внутри. Дед, два! Я видел вот этого только, который вышел вниз. Я тоже только его видел. Кому дед, нету, блядь? Дед, там двоя, два, дед. Можешь сказать, что там два? Кто-то еще может сказать, что там два флека было внутри? Нет, один флек. Я потому что, нет, короче, не знаю, короче, Бистикс, послушай. Артист мертв. Но разноцвет. Нет, я говорю так, смотри. Я иду с левой стороны, а остается Юля на камерах. Я иду вниз, идет второй я и убивает артиста. Он заходит наверх, убивает этого. А потом куда он делся? Он вниз стоит рядом со мной. В смысле, вниз я, только нет, ты я один вышел в конце. Я короче, увидел. Смотри, ребята, на трупе ребята, стоит на... мой фейк, и я ниже. Нет, нету! Да, он не репортил, а нет, прошел через склады, дед на электрошоу. Да, дед с правой части, я видел. Похуй, я голосую деда. Нет, это не дед, он стоит рядом. Это не дед, если это не дед. Нет, у них точно один крейтер. Вы чё, ебанули? Нет, зачем мне она? Блядь, дед мирный, это, блядь. Блядь, да это Джонни. Нет, а нахуя я тогда деда обеляю, блядь? Я не знаю, ты или ты этот, блядь, клоун. Ну это не по игре уже. Короче, Юля этот, морфлинг, я понял. Она типа с камер шла. Оп. И достала. Лерон. Так, короче. Кто сейчас на связи? Этот килл делала не Лерон. Этот килл делала не Лерон. У нас остается... Блин, это Джонни, нет, ебаный, нет, или нет, клоун, нет. Или трейдер. Короче, если Вигелант есть, гадайте Юлю Морфлинга. Морфлингом гадайте Байову. Или Джонни гадайте Джестером, я не знаю. Нет, пожалуйста, Лючом, Юлю... И она Морфлинг с ЖБ. Короче, я сейчас стою на связи, я не знаю, с кем, с Лерой, да? Лерон железно мирная. У нас, если что, два килла. У нас, скорее всего, это, давай по новой... Не, ну, блядь. Он мирным ушел. Нет, не знаю. Нет, да, давай, блядь. Короче, давай по новой мирной. Юля... Короче, блядь, да это Джонни, нет, очевидно. Короче, Попа, можете Лера, меня сейчас кинуть? Лера. Джонни, нет. Потом. Послушай меня внимательно. Я видел, я знаю прекрасно, что ты... Я прекрасно знаю. По прошлому раунду Джонни. Бистикс говорит, что видел одного флэк ЖК. Что ты мирная. Говорил, что видел скиллс одного мирный, боевал остается единственной морфлингом. Все, если есть Вигелант, гадайте ее морфлингом. Почему у тебя мирная? А почему я у тебя мирная? Потому что ты подошла к трупу. У нас Лигрич остался, и не знаю, или кто вообще. Когда труп уже был. Это Джонни. Нет, Боевал морфлинг, боевал морфлинг, пожалуйста, поверьте. По трупу я подошла. Которая Hellgirl. Почему мне кажется, что тут гличим, блядь, и боевал, блядь, трейтер? Я не могу. Я на связи вообще. Нет, Джонни, трейтер, вы послушайте, что было в прошлых раундах. Он говорит, что было его два, когда Бистикс видел одного, и давай по новой видел одного. Это или Бистикс, и давай по новой два трейтера, которые лгут, или лжет Джонни. Скиллс, послушай меня, если бы я был бы импостером, я бы сейчас ее гадал гличом. Все просто и выиграл. Пожалуйста, поверь. Где скиллс? Да, это или Джонни, и нет, скиллс. Нет, Лерон, это не скиллс, это не скиллс. Это не Лера. Алло, если бы я на связи двое. Сейчас. Да, и я на связи. Это не скиллс, короче, это не скиллс, это не Лерон, это и боевал. Я не проголосовал, но мы въебали, блядь. Блядь, ебан, это утенок туалетный, нахуй, проголосуй ты в Джонни. Это Юля на морфлинге гоняет. Охренеть, что происходит? У нас может два трейтера быть. Пиздец катка, я ебал, блядь. Блядь, ну это Джонни убил сейчас. А я проебал.
Подожди, Юль, если ты трейтер, то ты можешь флага гадать гличом. Она мёртвая. В смысле, кто? Не, меня он убил сейчас. А, ну он гличный. Клич, сука. Я не знаю, как он успел. Там же репорт прилетел. А я прям увидел, что ты убил, и прям успел в миллисекунду эту попасть. Ай, ты пёс на... Вы меня захуярили? За кой хуй собачий, блядь? Я сразу сказал, что это моё, ребята. Ты убил? Я не убивал на первом раунде. Давай, тащи, скиллс. Скиллс, давай. Скиллс, скорее квесты делай. Сзади, убегаем за тобой. На двоих в сумме один квест сделан. Быстрее делай квесты. Давай, 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 да. Не, у меня ноль. Я говорю, у нас вдвоем в сумме один квест на двоих есть. Я сейчас деду поборю какую-нибудь, карточку проведу. Да, деда жалко, то кикнули, сам безобидный. Скилс, я провел. Закройте флаг в столовке. Кстати, можете, трейдеры могут включить саботаж, и пока они будут бегать, если саботаж закончится, выиграют трейдеры. Провел, провел карточку скилс тебе. Ну да, саботаж это как его, реакторы делаете и все. Тихо, не подсказывай. И выиграют трейдеры, а не нейтрал. Поел, погнали нахуй. Отменили. Че, флаг ищешь, да? Бля, спасибо, скилл, что ты снич. А можно информацию? Блядь, зачем ты сделал квест? Я киноработу уже пишу, типа, Финн, что за хрень? Там скилл просто на диване стоит, а сзади него арсонист, предатель и глич. Бля, ебать, скилл нахуй, и стрелочки нахуй на него показывают, где убивать.